В Бобруйском горисполкоме новое кадровое назначение. Должность начальника отдела по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе управления организационно-кадровой работы горисполкома с 24 августа занял Игорь Лелиш. Ранее он работал в органах внутренних дел. 29 августа прямую телефонную линию проведут Людмила Погода, Светлана Гриневецкая и Марина Сгорская. Курируемые вопросы – контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц, экономика предпринимательства, заработная плата. Телефоны для записи на сайте Бобруйского горисполкома. Футбольный клуб «Белшина» проводит отбор юношей группы подготовки. День открытых дверей состоится 29 августа на стадионе Прокопенко. Время 10:00. Телефон для записи на ваших экранах. 24 августа в агрогородке Большие Бортники Кировского района горел магазин. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 8:15 утра. Повреждены холодильная витрина, закопчены стены и товары. Предполагаемая причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. 29 августа в деревне Сычково пройдет конный фест. Традиционное мероприятие посвящено году малой родины. В программе спортивные скачки, показательные выступления, конкурсы, викторины, мастер-классы. Начало в 11:00, вход свободный.